Наш отряд понес потери личный состав и бронетехники. Наш полк несет потери личного состава ежедневно. Ребят запугивают, угрожают. Все угрозы вплоть до расстрела. Российская армия несет большие потери из-за новых местных штурмов Авдеевки, а российские военные массово отказываются идти в бой в такие заведомо провальные атаки на верную гибель. Телеграм-каналы сейчас буквально переполнены видеороликами уничтожения российской живой силы и бронетехники. Я не могу сейчас показать эти видео здесь, в этом ролике, потому что YouTube такое, скорее всего, не пропустит. Поэтому я выкладываю их в своем телеграм-канале, и чтобы посмотреть, как выглядит этот мясной штурм Авдеевки, вы можете сейчас пройти по ссылке в описании и глянуть видео, там действительно эпичное. Ну а вслед за видеороликами с фронта в сети также стали массово появляться и другие ролики, которые записывают российские мобилизованные и их родные. Они обращаются к Путину и просят его остановить вот эти самоубийственные штурмы и не отправлять солдат на убой. Например, недавно, буквально на днях, в Воронеже российские мобилизованные буквально взбунтовались. Десятки военных отказались садиться в самолет, который должен был их отправить на Авдеевку, и фактически устроили бунт, потому что отказались идти в атаку в этот очередной бессмысленный и беспощадный мясной штурм. Вот стоим, короче. Вот все отказники. Вон стоит самолет. Вот он. Который должен нас посадить и увезти куда-то в неизвестном направлении. Там сидят ВПшники, которые сторожат нас. Подробности с места событий сообщает российский телеграм-канал «Астра». Более 30 военных, которых довезли до Воронежа, отказываются садиться на самолет до Ростова. Оттуда их должны отправить под Авдеевку. Мы стоим тут, нам предлагают какое-то оружие брать, вообще-то не наше, старое, пользованное. Мы отказываемся, мы не сядем в самолет. Ждем военную прокуратуру, сказал «Астра», один из военных, находящихся на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. По его данным, военных отказников планируют отправить до Ростова, а оттуда на штурм под Авдеевку. Ранее их держали в нелегальной тюрьме в ЛНР, а оттуда в Курскую область. Позже этот же канал сообщил, что трое российских военных вообще дезертировали и сбежали с этого аэродрома Балтимор, чтобы не ехать на Авдеевку. Продолжают записывать обращения к Путину и родственники мобилизованных россиян. В своих обращениях они постоянно говорят о том, что мобилизованным обещали, что они будут служить в тылу, что они будут служить в какой-то теробороне, их не отправят на штурмы, но вместо этого их сейчас как раз-таки тоже кидают на Авдеевку, фактически без подготовки, где они несут огромные потери. Мы, жены и родители мобилизованных Кировского полка, обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину для того, чтобы он нам помог разобраться в правомерности действий командования полка мобилизованных из Кировской области. Наши мужчины поддерживают специальную военную операцию. Их мобилизовали в конце сентября 2022 года. Так если поддерживают, в чем тогда проблема? Любишь специальную военную операцию? Люби мясной штурм. В начале октября 2023 года без оглашения боевого распоряжения весь полк в короткие сроки с минимальным набором вещей был вывезен в точку проведения очень активных боевых действий. Мобилизованных, по-прежнему числящихся как полк территориальной обороны, не имея подготовки, необходимого обмундирования и без должного оснащения, задействовали в штурмовой операции. Так вы ж поддерживаете специальную военную операцию. Так вот это она и есть. Или вы до сих пор думали, что вас в Украине с цветами будут встречать? Наши мужчины не были готовы к выполнению данных задач. В результате этого наш полк несет потери личного состава ежедневно. Диалог с командованием невозможен. Ребят запугивают, угрожают. Все угрозы вплоть до расстрела. Ой, как неудобно вышло. Они поддерживали войну, потому что думали, что воевать будет просто кто-то другой. А теперь их бросают в атаку на Авдеевку и угрожают расстрелять. Так не надо было поддерживать преступную войну против чужого государства. Тогда жили бы спокойно себе дома и не имели бы никаких проблем. Уважаемый Владимир Владимирович, мы ждем вашей помощи. Они ждут помощи от человека, который и развязал эту бессмысленную тупую бойню и отправил на нее их мужей и сыновей. Ну что это? Очень логично. Ну, ждите дальше. Этот
точно вас услышит и вам поможет. Жалостливое обращение к Путину записывают и сами российские мобилизованные. Вот, например, обращение российских мобилизованных из отряда «Шторм», которые докладывают Путину, что у них очень большие потери, потому что командование бросает их в атаки без артподготовки, без связи и вообще ставит им невыполнимые задачи. Уважаемый Верховный Главнокомандующий Путин Владимир Владимирович, мы военнослужащие войсковой части 31985, 12-й танковый полк, отряд «Шторм», преимущественно мобилизованные и добровольцы, прибывшие из Москвы, Московской области и других регионов. Обращаемся к вам, чтобы разобраться в действиях нашего командования. Наш отряд понес потери, личный состав и бронетехники. Нас отправляли и отправляют на выполнение задач без достоверных разведданных, артподготовки, без должной связи. Зам командира 4-й танковой Кантемировской дивизии ВЧ-31985 ставит невыполнимые задачи. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в данной ситуации. Особенно смешно, что они тоже просят Путина разобраться и помочь, как будто это не Путин развязал всю эту мясорубку, и не Путин отправляет их и таких же, как они, уже почти 2 года на убой и гонит их в эти мясные штурмы на бессмысленную смерть. То есть эти люди не могут понять одной простой вещи, что российская армия Шойгу и Путина, она в принципе не способна воевать по-другому. Если бы могла, она бы уже это делала. Этим людям по 70 лет, а 70-летние деды, они в принципе не способны поменяться. Ну, по физиологическим причинам уже они не могут переформатироваться. Они будут действовать только так, как умеют. Уже в этом возрасте они не переучиваются. Поэтому вот эти россияне, они не понимают одной простой вещи. Чтобы остановить вот эти бессмысленные, тупые мясные штурмы и массовую гибель людей, нужно требовать не просто там, чтобы какой-то штурм отменили, а нужно требовать вообще, чтобы прекратились боевые действия. Нужно требовать остановки этой бессмысленной мясорубки. Только так это работает. Не нужно выходить и говорить, мы вообще за СВО, просто мы там не хотим помирать. Так не бывает. Нужно выходить и говорить, мы против войны и требовать вывода войск из Украины. Тогда действительно все и прекратится. В этом случае действительно люди перестанут погибать. И только так это работает. Да, я понимаю, что они боятся, что их начнут сажать, но всех не пересажают. Если не 30 человек, как в Воронеже, будут отказываться на Авдеевку идти, а тысячи российских военных будут отказываться идти в эти штурмы, то тогда Путин ничего сделать не сможет, он всех не посадит. Если будут выходить десятки тысяч родственников мобилизованных и говорить, мы против мясорубки, против войны, заканчивайте ее, хватит, надоело, Путин ничего с этим не сделает, он будет вынужден прекращать, потому что он не сможет их всех репрессировать и всех посадить. Россияне, может быть, этого не понимают, но они должны осознать, что в противном случае это все никогда не прекратится. Если требовать остановки войны, только в этом случае люди перестанут погибать, города перестанут разрушать и люди перестанут, в общем-то, отдавать жизни за никчемного выжившего из ума шизофреника, который окончательно потерял берега.